Утро 7 марта в Московском швейном объединении «Большевичка». Обычно в это время тишина здесь сменяется гулом моторов. Но в канун праздника привычный распорядок был немного нарушен. Ведь предприятие это женское, и в предпраздничное утро всех ожидала здесь настоящая встреча с весной. Цветы, музыка, улыбки, добрые пожелания. Многие из этих девушек встречают праздник в большом рабочем коллективе впервые. Они выпускницы профессионально-технического училища. Поздравить самую молодую в цехе бригаду пришли начальник второго участка швейного производства Вера Николаевна Бухтеева вместе с опытными мастерами и наставниками. Объединение выпускает мужские костюмы. Из разных городов страны приходят сюда письма с благодарностью мастерицам большевички. И не случайно. Почти третья часть всей продукции отмечена государственным знаком качества. К сегодняшнему дню сверх плана отсюда отправлено в торговую сеть 2600 костюмов.